1983 году на базе предприятия «Красный Октябрь» было создано училище обувного производства. С течением времени училище преобразовано в учреждение образования Витебский государственный профессионально-технический колледж легкой промышленности. Колледж успешно готовит специалистов уровня профессионально-технического и среднеспециального образования, рабочих обувных специальностей, парикмахеров, операторов ОВМ, техников обувного производства и художников-модельеров. Во время обучения учащиеся имеют возможность повысить свой профессиональный уровень, проходя практику на оплачиваемых местах ведущих предприятий города, таких как «Холдинг Марка», «Белвест», «Мир Услуг Плюс», «Витебский меховой комбинат». Выпускники нашего колледжа востребованы на рынке труда, что подтверждается 100% трудоустройством их на предприятии. После 9-11 классов у нас в колледже можно получить квалификацию сборщик и затяжщик обуви, обработчик изделий, полуфабрикатов и раскройщик материалов. Желающие повысить свой уровень образования могут продолжить обучение у нас на второй ступени и получить среднее специальное образование с присвоением квалификации техник обувного производства. Высшее образование получить сокращенные сроки в Витебском государственном технологическом университете в заочной форме обучения. Выпускники, имеющие диплом с отличием уровня среднеспециального образования, могут поступить на дневную форму обучения в Витебский государственный технологический университет без вступительных испытаний, не предоставляя сертификата ЦТ. Во время учебной практики разрабатывают новые модели. Лучшие из них изготавливаются на кружках технического творчества, а наиболее интересные занимают достойное место в нашем музее. Готовые модели демонстрируют наш театр обуви «Подиум» на мероприятиях города, конкурсах и ярмарках, проводимым Главным управлением по образованию, с показом музыкальных номеров и изделий, изготовленных учащимися и мастерами ПО. Профессию парикмахер можно получить после 9-11 классов. Желающие также могут продолжить обучение на второй ступени и получить квалификацию художник-модельер и визажист. Стрижки, окраски, прически, укладки, изготовление постежерных изделий – вот то основное, чему учатся парикмахеры. Первоначальные навыки отрабатывают в нашей социальной парикмахерской. Учатся работать с клиентами. Учащиеся этой профессии постоянно повышают свой профессиональный уровень, участвуя в конкурсах по парикмахерскому искусству. Невские берега, Минский вернисаж, Роза ветров. В этом году на Невских берегах наш учащийся Мусоев Богдан стал абсолютным чемпионом в номинации «Мужские мастера Барбарис Шоп». Это дает ему возможность поучаствовать в чемпионате мира по парикмахерскому искусству. Уже второй год подряд мы принимаем участие в областном отборочном туре международных соревнований WorldSkills в компетенции парикмахерское искусство. В этом году мы также вошли в тройку лидеров. Получить профессию оператор ВМ можно после 9 классов. Во время учебы учащиеся профессионально владеют работой на компьютере, изучают операционные системы и программные продукты. Это будущий офисный работник. Его услугами пользуются кадровые агентства и консалтинговые центры. Это также хороший старт для получения в дальнейшем профессии программиста. В 2019-2020 учебном году наше учреждение будет готовить специалистов для вновь открывшегося модернизированного Витебского мехового комбината по квалификациям аппаратчик дубления и отделочник меховых шкурок. Таких специалистов у нас в республике будем готовить только мы. Студенческая жизнь – это не только теоретические и практические занятия. В колледже созданы все условия для того, чтобы наши обучающиеся смогли раскрыть свой творческий потенциал. Работают спортивные секции. Сборные команды колледжа ежегодно становятся призерами районных, городских, областных и республиканских соревнований. В колледже работают кружки технического и художественного творчества, на которых преподаватели прививают любовь к выбранной профессии, а также дают возможность ребятам раскрыть свои творческие способности. Театр «Прически стиль» является многократным победителем республиканских и международных конкурсов. А наши вокалисты активно участвуют в районных и городских концертах, а также являются призерами и победителями республиканского фестиваля художественного творчества «Арт-вокации». Всем иногородним учащимся предоставляется общежитие. Оно расположено буквально в двух шагах от колледжа.
В общежитии работают высококвалифицированные воспитатели с большим опытом работы. Общежитие блочного типа. Жилые комнаты просторные, уютные, с домашней обстановкой. Есть комнаты для самоподготовки и отдыха. Словом, родителям нет повода для беспокойства. Ребята обеспечены всем необходимым для учебы, отдыха и комфортного проживания. В колледже есть возможность предоставления специальных условий для обучения ребят с особенностями психофизического развития, в том числе и инвалидов. У нас обучаются ребята с нарушениями слуха, зрения, интеллекта, опорно-двигательного аппарата и другими заболеваниями. С учащимися, имеющими ограниченные возможности, проводится коррекционная работа, оказывается психолого-педагогическая поддержка и помощь в социальной адаптации. При наличии медицинского заключения о профессиональной пригодности в нашем колледже любой может получить образование и квалификацию, облегчающий процесс его дальнейшей интеграции в общество. Меня зовут Макаревич Вероника. Я учащаяся Витебского государственного профессионально-технического колледжа легкой промышленности. Я обучаюсь на втором курсе уровня ПТО по профессии затяжчик-сборщик обуви. В дальнейшем я планирую поступить на уровень ССО по профессии техник-технолог обувного производства в нашем колледже. В учебе мне помогают наши преподаватели и мастера. Они не только передают нам свои знания, но и помогают нам справиться с проблемами. В нашем колледже я не только учусь, а также занимаюсь творчеством. Пою, танцую, участвую в многих конкурсах, занимаю призовые места. А также я секретарь первичной организации БРСМ и состою в волонтерском отряде «Доброе сердце». Если вы еще не определились с выбором профессии, но вам нравится обувное производство, парикмахерское искусство, то поступайте в Витебский государственный профессионально-технический колледж легкой промышленности. Меня зовут Кирковец Игорь. Я получаю среднее специальное образование по квалификации техник-технолог обувного производства. Мне нравится моя будущая профессия, и я ни на минуту не сожалею о том, что пришел сюда учиться. Опытные и понимающие преподаватели хорошо и интересно излагают новый материал, всегда идут навстречу, поддерживают, помогают мне быть уверенным в том, что у тебя все получится. После полученных профессиональных знаний в нашем колледже я планирую поступить в университет, где я повышу квалификацию по выбранной мною профессии. Помимо учебы я занимаюсь музыкой, пишу песни, участвую в мероприятиях, конкурсах, где занимаю призовые места. Легкая промышленность, приходи ты к нам скорее, приводи с собой друзей, будем рады мы вас видеть. Дверь открыта всем, кто хочет получить успех, собирайся поскорей, заходи в новый обитель. Ботинки, кроссовки и прочие обувь, все что хочешь вырубай или создать попробуй, а? А поступить в наш колледж достаточно легко. Необходимо подать документы об образовании и написать заявление. И ты уже учащийся Витебского государственного профессионально-технического колледжа легкой промышленности. Общество с дополнительной ответственностью передовые технологии в числе крупнейших кабельных операторов Витебска, работающих в сфере предоставления услуг электросвязи, проектирования и строительства сетей телевидения и передачи данных, копировальных услуг, а с недавнего времени и ремонта бытовой техники. Безупречная репутация предприятия – результат делового и конструктивного подхода руководства, высокого профессионализма кадров, подтвержденного рядом сертификатов, а также постоянного внедрения и использования высокотехнологичных новинок. Передовые технологии предприятия с многолетним опытом предоставления услуг кабельного телевидения. Многие клиенты давно оценили преимущества передовых как телеоператора. Это не только высококачественная подача сигнала, но и уникальный пакет телеканалов, поражающий разножанровостью 135 цифровых и 60 аналоговых. А еще преимущество передовых – бесплатное подключение. При неограниченном количестве телеприемников одна абонентская плата, подключение по выгодным тарифам, оптимальное отношение цены, количество каналов. Передовые технологии, являясь интернет-провайдером, успешно развивается, внедряет новшества в свою работу и предлагает пользователям услуги доступа к сети интернет. Проводка интернет-кабеля, заключение договора, подключение интернета осуществляются в течение получаса. При этом качество монтажа гарантировано, скорость доступа до 1 гигабита в секунду, а цена лояльная.
Одна из востребованных услуг, которую сегодня предлагают передовые технологии – установка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения. Доступ к видеоданным по желанию клиента может осуществляться через сеть интернет. А при установке видеосистем проводится проверка всех комплектующих на совместимость, что гарантирует бесперебойное круглосуточное наблюдение. Служба технической и информационной поддержки общества с дополнительной ответственностью передовой технологии работает в круглосуточном режиме. Специалисты службы по телефону помогают устранить проблему. Если же таким образом вопрос решить не удается, принимается заявка на ремонт оборудования. Крайний срок проведения ремонтных работ – следующий день после подачи заявки. Современные технологии, дающие сегодня возможность рационально организовывать работу офисного оборудования, помогают управлять различными рабочими процессами удаленно и проводить другие работы с минимальными затратами труда. Администрирование локальных вычислительных сетей предприятия передовой технологии, а также предлагаемые в этом направлении услуги другим организациям, осуществляют высокопрофессиональные специалисты. Общество с дополнительной ответственностью передовой технологии на протяжении последних лет предоставляет услуги копицентра. Здесь грамотные и творчески настроенные специалисты, применяя навыки работы на современном офисном оснащении, оборудованном для выполнения различных видов копировальных и печатных работ, способны решить практически любую задачу – от простого копирования текстов до выпуска широкоформатной полиграфии. Передовые технологии предоставляют населению новую услугу – ремонт телевизоров, радиоприемников, микроволновых печей и прочей бытовой техники. Качество и скорость выполнения работ порадуют, а к приемлемым ценам для абонентов передовых – приятные бонусы. Постоянно разрабатывается система скидок и акций. Например, разово – при подключении скидка на 50% на ремонт бытовой техники в мастерской и 10% скидка на время действия договора на услуги электросвязи. Общество с дополнительной ответственностью передовые технологии сегодня – это важный игрок на телекоммуникационном поле. Предприятие, решающее современные, разнообразные, насущные вопросы своих клиентов и жителей Витебска в целом. Предприятие строго следует своим, выработанным годами, принципам. Клиент всегда прав, а качество наших услуг должно соответствовать требованиям потребителей и превосходить их ожидания.